Здравствуйте, меня зовут Самоваров Михаил, я соучредитель компании Лига Дизайна. Мы верим в бизнес и помогаем ему инвестировать в дизайн с максимальным возвратом вложений, для того, чтобы наши клиенты могли автоматизироваться, расти быстрее конкурентов и развиваться. Мы состоим из двух команд, это цифровой дизайн и графический дизайн. Красивая вещь, которая не работает, никому не нужна. Поэтому разработку любого продукта мы начинаем с проработки юзабилити. Когда мы убедимся, что все работает идеально, пользователь двигается в нужном направлении, ничто ему не мешает, с помощью графических приемов и творчества, и брендирования проект делается красивым. Первое – это направленность на цель. Дизайн должен быть инструментом маркетинга и направляться на нужную аудиторию в нужное время, в нужном месте. Иначе это просто набор красивых картинок. Второе – это уникальность. Дизайн должен отделять проект от его прямых конкурентов, создавая уникальное впечатление и уникальный внешний вид. Третье – это системность. Дизайн демонстрирует информацию, и информация должна быть изложена системно, и внешний вид должен быть системный от одного макета к другому. Четвертое – это харизматичность. Дизайн должен вовлекать, создавать нужную эмоцию и определенное настроение. Пятое – это копирайт. Дизайн призван для того, чтобы продемонстрировать какую-то информацию. Если эта информация неинтересна, то это все не работает. А если дизайн хороший и копирайт хороший, то достигается синергия упаковки и содержимого. И вишенка на торт – это проработка деталей и мелочей для того, чтобы какая-то неаккуратность или случайность не испортила все предыдущее. Это очень просто. Когда все ваши рекламные инструменты похожи друг на друга, благодаря системному и хорошему дизайну, вы формируете большую воронку продаж и большое множество контактов бренда и потребителя с одной эмоцией. Мы не верим в тренды и не следуем им. Они очень переменчивы, и дизайн, выполненный в тренде, превращается в нелепость, когда тренд отживает свое. Он просто выглядит глупо. Но если ответить на вопрос, то развиваться будет анимация, потому что инструменты становятся доступнее. Будут развиваться новые способы взаимодействия без кнопок, с помощью касания или камеры. И микровзаимодействие, там мгновенный отклик мобильного телефона, вибрация или анимация на касание. Мы находимся на арт-заводе платформа, потому что это очень удобно. Легко добавлять новых людей в команду, не приходится заниматься хозяйственными вопросами, но в основном потому, что здесь можно встретить удивительных людей, удивительные идеи и обмениваться опытом и энергией.